Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Qashqai 2012 года. На нем мы фары вставим, лампочки светодиодные. Здесь стоит ксенон нештатный, мы его уберем, а поставим светодиодные лампы. Заодно сейчас проверим, как светит. Здесь одна лампа не светит, одна светит. Просто ее оставим, подключим светодиодную и проверим, сравним яркость света на простом ксеноне и на светодиоде. Вот такие вот лампы светодиодные H7. Получается белый свет H7. Лампа идет с кулером. Попробуем все-таки, не снимая фар, заменить. На правой фаре это поудобнее. Здесь вот получается колпачок вот этот откручиваем, снимаем. И вытаскиваем зажим. Здесь сделали хитрый, поворотный, вот такой вот, тянули его через лампу. Сейчас лампу откусим. Тогда откусываем лампу, снимаем и пробуем уже этот разъем, если получится, поставить на эту лампу, зафиксировать ее, чтобы, не знаю, здесь она сама-то не съемная, наверное, хотя должна быть съемная. А, все нормально. Сейчас снимем вот эту резинку, опустим цоколь. Здесь есть он, поворотный фиксатор. Это у нас сможет сняться наверх, и тогда мы сможем одеть этот фиксатор. Все замечательно. Так и будем делать. Так, обрезал лампу. Вот такой прижимной пластинкой прижимается фара. Сместил вот эту резиночку. Опустил ее вниз с паза и снял вот эту обойму. Она поворачивается и снимается. Но чтобы нам поставить вот эту штучку сюда, ее надо подрезать. А подрезать мы ее ножницами сейчас с разных сторон подрежем и выгнем. Эти усики тоже срежем. Довольно-таки жесткий металл.
Так, ну вот так вот ее вырезали. Еще надо немножко не садиться. Ну что, вот она села. Вот она села. А пазы все равно не хватает. Самого края. Ну что, попробуем. Пробуем, ставим. Ну вот, подрезал я эту скобу. Вот так это все выглядит на лампочке. Скоба осталась крепежная, родная. Но порезать ее пришлось. Но тем не менее, я ее одел на лампу. Все, сейчас вставляем лампу, подключаем здесь плюс-минус подписано по цветам в разъем. И попробуем, сейчас одна у нас будет ксенон, одна будет светодиод. Вот по забору, если посмотреть, левая фара это ксенон, а правая фара это светодиод. Две вместе не видно. Ну скажу, что светодиод светит не хуже ксенона. Сейчас вторую фару поставим, на дорогу выйдем, посмотрим на дороге. Вот, кулер работает на лампе. Подцепили. Сейчас здесь спрятали провода и закрываем крышку. Все, крышку закрыли. Это у нас разъем корректора снимали. Все, пробуем вторую сторону. Светит изумительно. И не надо никакого ксенона. Делаем вторую сторону. С этой стороны мешает воздухозаборник. Здесь снял две клипсы. Вот такие, отверточкой приподнял. Снимаем воздухозаборник. И все, вот она у нас уже крышка. Гораздо без воздухозаборника удобней. Снимаем крышку и также достаем и обрезаем фару. А уже потом, когда будем снимать бампер, мы уберем блоки, потому что здесь блоки розжига стоят снизу под бампером спрятаны. Ну, сейчас снимаем лампу. Вот тоже ставил вот эту крепежную пластинку, также обрезал ее. Лампа здесь, маркировка ее идет А233H7. Других маркировок нету, потому что на коробке она также идет А233 серии. Какого это поколения лампы, я не знаю, но говорят 5-го. Также ее устанавливаем на место, подключаем и проверяем. Идет она 33 ватта, 6000 кельвинов.
удобно. Ладно, пока выключим. Так, ну вот все, лампу вставил. Щелки защелкнуты. Питание подключил. Убираем проводку. И ставим колпак. Так, ну все, пробуем. Сейчас поставим на место воздуховод. Ну, таким образом у нас светят. О, выключил. Сейчас выйдем на улицу, проверим на улице. Так вот светит, даже пучок у светодиода очень хороший, видно контур и правой, и левой фары. Контур изумительный, такое впечатление, что стоит штатная лампа. Так что свет отличный. Ну вот, выехали. Единственный недостаток от фар, вот сейчас вот только заметили, вентиляторы работают очень громко. Вот свет выключаем, если общий фон слышно, вот он замолчал, включаем. Вентилятор громко работает, но свет светит изумительно. Это вот мы встали перед кучкой, вообще отлично. Единственный недостаток, вентилятор работает шумно. Да. Ну, зимой нет, а летом они нужны для охлаждения кулера, потому что диоды греются. Ладно, посмотрим, протестируем, будет видно. Но освещение светит хорошо. Это вот дальний, но получается, что ближний свет дорогу выхватывает здорово. Ладно, на этом все. Замену ламп мы закончили. Всего вам доброго.